Мам, я в школу не пойду. Что случилось? Почему? К нам приедет медсестричка, будет делать нам манту. Ой, не трусь, сыночек мой, все в порядке, дорогой. Это как комарик в руку. Вжух, и полетел к другой. Ты же мужик, не ссы, и мне делали ничего. Живой. Шумит. Не могу найти штаны я. Ты сдурел, заболел. Завтра всем нам на работу. Я забыл засушить. На труды нужны листочки. Снова будет звонить и поставит опять двойку. Пап, ты красное нашел? Да, нашел. Говно вляпался. Что такое, что случилось? Иди глянь, что там приснилось. Я еще посплю чутка. Где штаны, где моя майка? Что случилось, вот тут глянь-ка. Школу на урок проспал. Мать, вставай, мы все проспали. На работу опоздали. Ёканы, пердык, бонзай. Подожди, а сегодня не суббота? Я знала, что он суганутый. Ну а ты чего? Старый пень. Всю неделю мечтала в субботу в 7 часов утра на кухне сидеть и пить чай.